Посевная компания в Чувашии вышла на финишную прямую. Выполнено более 80% намеченных работ. Зерновых и зернобобовых культур посеяно уже почти 160 гектаров. Однако в некоторых районах есть отставание от сроков. Отставание наблюдается в Урнарском, Козловском, Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах. В трех районах еще не приступили к посадке картофеля. Ссылаться то, что почва не созрела, сегодня смысла нет. У всех условий примерно одинаковые. Это ранней весной можно ссылаться на то, что почва не поспела и так далее. Да, есть местами проходят дожди, но можно было, мы сегодня отметили, организовать работу с 2 часов утра, с 3 часов утра. Во многих районах, в том числе этих, двухсменная работа, к сожалению, не организована. Замедление темпов работ в каждом районе объясняют по-разному, но даже объективные причины не снимают ответственности с руководителей. У нас 4 крупных хозяйства, которые работают на территории района. В принципе, из них 3 хозяйства – это хозяйства, которые заходят с территории других районов. Соответственно, они пока не отсеются у себя на территориях, на нашу территорию не заходят. Как бы это систематически, скажем так, систематически наш недостаток. Просто у нас одно хозяйство, Приволжское, пока отстающее, вот они тянут наш район пока процентным соотношением. Они вышли, но говорят, что земля еще не совсем готова, 15% где-то. Вот. В таких случаях решение надо принимать на местах и выезжать в хозяйство, отметил Олег Николаев. Завершить массовый сев, по данным Минсельхоза Чувашии, планируют в течение 5-6 дней при соответствующей рабочей погоде. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.